4 команды по 5 человек. В логике и смекалке соревнуются первокурсники, будущие экономисты и финансисты. Тема интеллектуального батла – семейный бюджет. 4, 3, 2, 1. Придумали что-нибудь? За столом студенты Ранхикс. Они сразу дали понять, пришли за победой. Парни выбирали самые дорогие вопросы о вкладах, инвестициях, кредитах и налогах. Достаточно много сегодня нового узнал для себя в плане инвестиций и также налогов. Тем более я учусь на экономическом направлении, и для меня это важно это все узнавать, и мне прям очень понравилось. Ключевые соперники Ранхикс – студенты из ВЛГУ. Их команда состояла из двух факультетов – экономического и экономической безопасности. К игре ребята готовились, устраивали мозговые штурмы, и не зря. Сегодня им не было равных в разгадке ребусов. Вот, например, некоторые слова мы еще до сих пор не изучали, но теперь на наших парах мы будем блистать нашими знаниями перед нашими преподавателями. Организаторы квиза постарались. Они сумели объединить в игре сразу несколько форматов. Вопросы оформили даже в виде сказок. Это было необходимо. Причина – сразу несколько важных событий и календарных дат. У этого квиза такая уникальная судьба, потому что он приурочен сразу к нескольким данным. И к уплате налогов, и к дню банковского работника, который будет 2 декабря, и к неделе сбережений, которая сейчас идет, и которая посвящена как раз семейным финансам. Викторина состояла из 70 вопросов. Стоимость каждого варьировалась от 100 до 1000 виртуальных рублей. Креативный подход старших коллег студенты оценили высоко. Идею квиза охотно поддержали и коллектив факультета экономики Владимирского филиала Ранхикс. Игра на эту тему, подчеркнули в ВУЗе, прошла впервые. Сейчас у нас присутствует первый курс экономика-бакалавриат. Всего 5 человек, желающих было значительно больше. Такие мероприятия, конечно, их очень вовлекают и наполняют знаниями. Игра длилась 1,5 часа. За победу команды боролись до последней минуты. В итоге золото у первокурсников из ВЛГУ, серебро поделили студенты двух вузов Ранхикс и финансового университета. Бронзу взяла команда из Российского университета кооперации. Наталья Зубнина, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».